Буквально на прошлой неделе я первый раз оказался здесь, услышав информацию, что тренажеры уже готовы и можно ими воспользоваться. И по сути можно сказать, что провел уже порядка 3 тренировок вечерних здесь, а также одну тренировочку воскресную. Мне очень понравилось, пока есть такая возможность, пока позволяют природные погодные условия, на свежем воздухе, прекрасные тренажеры, хорошие тренажеры. Я обратил внимание, наверное, вы обратили внимание, здесь, учитывая наличие гаджета, можно зайти даже по QR-коду и появится видео, видеокартинка, где инструктор объяснит, для чего этот тренажер, как им можно пользоваться, какую технику безопасности при этом соблюдать. То есть мне очень сильно понравилось. На сегодня, как вы знаете, в городе Назарово достаточно много плоскостных сооружений именно для кроссфита, то есть для подтягиваний, для отжиманий, для работы со своим весом. Но уровень подготовки же у нас разный, поэтому вот эти тренажеры, они разнообразят тренировки для людей с опытом. Та же площадка, которая была сделана в прошлом году в Березовой роще, по первому проекту, да, по благоустройству, она все-таки больше тягощения, ну, небольшие для молодых начинающих спортсменов, а это уже для людей, которые имеют опыт.